Люди не должны страдать из-за недобросовестных импортеров. Это заявил глава ФАС Игорь Артемьев. В Москве прошел круглый стол антимонопольных органов стран БРИКС. Главная тема – создание справедливых правил игры на этом рынке. Артемьев отметил, что Россия – один из крупнейших потребителей. Импортные лекарства – это 80% рынка, но даже получая такую прибыль, многие компании работают нечестно. Основные проблемы – это коррупция и высокие цены. Происходит очень часто ограничение конкуренции за счет незаконных, с нашей точки зрения, вертикальных соглашений. Происходит навязывание часто ненужных и дорогостоящих лекарств, в том числе при осуществлении государственных закупок. Огромная социальная проблема заключается в том, что из-за высоких цен очень большое количество лекарств оказывается просто недоступным для населения.